расскажите хотя бы то, что можете сказать, что именно было на этой встрече, потому что все игроки молчат, как будто им сказали, ничего нам не расскажут. Вообще ни слова не было сказано по поводу того, что надо что-то говорить или нет. Видимо, не хотят или считают, что не нужно говорить. Поговорили бы и про Хорватию поговорили, и про Польшу поговорили. А насколько рационально, когда до матча еще там, 4 месяца, сейчас именно это делать? Почему было принято решение именно сейчас это делать? Потому что потом они поедут в отпуск, и уже собрать их будет трудно. Потом они полетят на сборы все в разные страны, собрать их будет невозможно. То есть смысл был в первую очередь в том, чтобы проанализировать то, что было в Хорватии? Потому что до ну, не то, что проанализировать, нет, но дело не в анализе, нет. Я считаю, что ничего не забудется, то, что мы сейчас сегодня поговорили, я считаю, что не забудется как раз. Как раз они уйдут в отпуск и поедут дальше на сборы с своими командами, с теми мыслями, вернее, с теми словами, с которыми мы сегодня говорили. И они говорили, и я говорил. А насколько это продуктивно, с учетом того, что не было легионеров и питерцев? Продуктивно всегда. При том, что даже не было, да, легионеры, ну понятно, что легионеры не могут прилететь на один день, на час. Говоря, на час разговора, ну, тяжело, во-первых, раз. Питерцы не смогли приехать из-за погодных условий, все должны были вылететь, но не смогли. Но по-любому, даже с 3-4 футболистами в любой момент встречи, это всегда продуктивно. Всегда это лучше, чем не встреча.